Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас распаковочка сайта «Розетка». Заказал себе на работу вот такую вот мини-кофеварочку электрическую. Сейчас вместе с вами ее посмотрим. Стоимость ее по акции 219 гривен. Вот. Такая вот у нас кофеварочка. Сейчас ее вместе с вами откроем и протестируем. Упаковка у нас обычный пакет упакован. Не заморачивался. Сейчас возьмем ножичек, срежем. Она не мешала. Вот, видим, что коробочка немножко, конечно. Конечно, у нас помялась. Тут вот вино, я думаю, что внутри там все целенькое. Здесь у нас одна такая вот кофеварочка. Цвет у нас, в принципе, выбирать нельзя было. Вот. Есть производство на сайте, написано Турция. Та бездротовий, потужна, безпровідна ковварка до 5000 чашок турецької кави. Ємність води 400 мл. Швидке нагрівання води, система безпеки, запобігання перегріву та виконання википання води. Посилена нержавіюча сталь. Функція повороту та на підставці 360 градусів. Безростове використання. Кнопка вимкнути зі світлим індикатором 1000 Вт. Потужність. Зараз відкриваємо. Там внутрі. Тут внутрі комплектація. Так це воно все внутрі виглядить. У нас тут інструкція, мануальчик. Поджмякнути іншу кварку. Так, що воно у нас є? Так, сама подставочка и кофеварочка. О, здоровая. Думаю, что будет поменьше. И что у нас тут еще? И у нас гарантийный талон. Есть у нас гарантийный талон. Так вот. Тоже можно сказать. Самой кофеварочки. У нас вот такие вот тут контактики. Ну, как обычный электрочайник. Симбо. Вот. Турецкая машина. Класс первый. Made in Turkey. Вот такой вот обычный пластик. Вот. Провод у нас где-то провод, ну, метр. Должно, я думаю, хватить. Потому кофеварка. Кофеварка, конечно, огромная, тяжелая. Там такая вот нержавеющая сталь. Вот, качество, конечно, вот такое вот. Ну, такие же вроде деньги. Пойдете. Вот. Сейчас я вместе с вами, кстати, запустим. Посмотрим. Вот. Пакетик нужен. Сейчас мы ее, кстати, протестируем. Сделаем, конечно, обычное кипение. Вот. Красного цвета. Там диск нагревания нержавеющий. Трошки запах пластика. Есть такого вонючего. Все у нас вот так вот ставится. И у нас тут красивенько делается. Ну, провод, конечно, такой коротковатый. Сейчас пауза. Продолжим наше видео. Набрал я водички. Такой вот у нас мерничек ровно. Там 400 грамм. Здесь показать нельзя. Сейчас я сюда
Нальем, посмотрим. Так, что у нас по вместительности? Поместительности ровно, как вы видите, 400 грамм. Но читал в отзывах, что на ливать полностью нельзя. Ну, пусть будет полная. Каву мы сейчас не заварим, не полностью не наливать, потому что кава начинает кипеть, начинает пениться и начинает вытекать через верха. Это я почитал. Написано в интернете, в отзывах по данным товару. Конечно, вот такое вот качество здесь не очень. Но что есть, то есть. Нам все равно надо будет прокипятить, чтобы первый раз оно прокипятило сюда. Итак, сейчас мы, кстати, засечем по времени, что же у нас. Засечем на секундомере. Вот, у нас секундомер. Сейчас засечем. Так, это у нас не секундомер, вот у нас секундомер. Сейчас засечем по времени, сколько же у нас. Здесь у нас такая вот кнопочка. И включаем. Пошло у нас такое вот время. Я сейчас прервусь на паузу. Покажу вам, когда уже вода закипит. Лампочка горит. Уже, кстати, сразу шумит, как чайник. Вот. Пластик, в принципе, ничего тут не греется. Сейчас посмотрим. Даже не буду на паузу переключаться. Посмотрим ради интереса. Сами слышите, как оно шумит. Уже тут, кстати, пенится у нас. То есть, конечно, как и обычный электрочайник, это, мне кажется, заваривает купленный, конечно. Да, конечно, еще регулятор, конечно, был регулятор. Уже у нас прошла минута. Паузу, я думаю, чуть быстрее. То есть минута 24. Кипает. Надеюсь, если не брать ничего воды, будет закипать быстрее. Самый видите процесс. Это у нас по пластику. Пластик у нас, кстати, не клеит, не горячий, но уже вода у нас пенится. Так, у нас уже 2 минуты на секундомере. Бурлит. В принципе, у нас 3 минуты, 3-10 секунд. Выключаем. Да, видите, потекла. Сильно-сильно, видите, нельзя сильно-сильно начал бурлить вода и вытекать мимо. Так что наливать 400 грамм не советуется. Пластик у нас не нагрелся. Вот. Так что сюда вот это все дело можно так вот вылить. И будет, как говорится, у нас все файно. Вот такая вот у нас мини-кофеварочка. Вот, турецкого производства. Как ни странно, не Китай. Вот.
Ссылочку, возможно, оставлю. Это не реклама. Вот, просто решил показать кому-то, кстати, на работу, кто любит кофеечек, можно будет такой вот заваривать. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться, поставить лайки, писать комментарии. Вот. Будем еще снимать всякие распаковки. Дорогие друзья, продолжаем. Я с вами уже, в принципе, запрощался. Решил привести сразу эксперимент. Засыпал сюда кофе, залил сюда немного воды. Я не мерил. Сейчас ее закипятим, потом покажу результат. Так что посмотрим сейчас. Так, мои дорогие друзья, кава вот закипает, видите, как поднимается, нельзя доверху наливать, потому что будет выплескиваться. В принципе, кофе у нас заварилось, очень довольно-таки быстро, можно даже чуть-чуть подождать, чтобы натянулось. Вот. Кофе буквально, может, за минуту, ну, здесь немного воды я налил, видите, почему. Так что не делайте вот таких вот ошибок, не наливайте полный. То, что написано 4 чашечки, но это маленький. Так что теперь всем спасибо за внимание. Всем пока, приятного кофепития.